Порядка 7500 жителей Подмосковья на портале «Добродел» проголосовали за ремонт медучреждений на территории региона. Об этом пишет местный портал РИАМА со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову. Напомню, голосование стартовало 1 февраля. Его объектами стали около 1500 медучреждений области. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, большинство жителей голосуют за ремонт и утепление цоколей и фасадов объектов, инженерных коммуникаций, окон и дверей, а также за устранение незначительных неисправностей водопровода и канализации. Чтобы проголосовать на портале, вам нужно выбрать свой город или район, затем найти в нем медицинскую организацию, а после указать необходимый, по вашему мнению, вид работ, капитальный или текущий ремонт или благоустройство устройства территории. Кроме того, вы можете оставить комментарий, а также приложить к нему фотографии. Голосование закончится 30 апреля. По его результатам некоторые больницы включат в план проведения капремонтов. Отмечу, в этом году в 152 объектах здравоохранения области планируются строительно-монтажные работы. Их общая сумма более 3,5 миллиардов рублей. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.